Людмила Максакова впервые появилась на публике после неудачной пластики лица, сообщает ряд изданий. Якобы у мамы оперной певицы Марии Максаковой перестали закрываться глаза, как это было у Людмилы Гурченко в результате многочисленных операций. Соответствующую фотографию артистки, где видны последствия пластики, выложил телеграм-канал «Немалахов». При этом, от отсутствия внимания мужчин актриса не страдает. Недавно актер Стас Садальский заявил о предстоящей свадьбе с народной артисткой. «Если мы с мамой поженимся, то вы придете к нам на свадьбу. Мама планирует. Она хочет замуж. Она уже сделала мне предложение», — спросил Садальский у оперной певицы Марии Максаковой, дочери знаменитой актрисы. Судя по всему, чтобы подразнить. До этого Людмила Васильевна была замужем дважды. Впервые она пошла под венец под руку с художником Феликсом Львом Сбарским, от которого родила сына Максима. А во второй раз решилась на брак с Петером Андресом и Генбергсом. В этом союзе как раз и родилась дочь Мария. Люди в очередной раз осудили совершенно особенный стиль молодой супруги Евгения Петросяна. Татьяна Брухунова не приемлет молодежный образ, ее манит ретро. Из-за этого подписчики часто дразнят ее и упрекают отсутствием вкуса. Вот и в этот раз новый лук они не оценили. На свежем фото Татьяна предстала в темно-зеленом пиджаке и юбке миди. На глазах – темные очки, в руках – круглая сумочка, Луи Вьюитон классического цвета. «Ну что вы опять как бабка, даже бабка такой костюм не наденет, где вы находите подобный ширпотреб, вы выглядите старше Петросяна в этом наряде», – возмущались недовольные в ее инстаблоге. Сын Анастасии Заворотнюк решился на смелый эксперимент со внешностью. В сторис он показал, что сменил прическу, остриг свои длинные волосы и поднял их кверху. Напоминаем, Майк Стрюков родился во втором браке знаменитой актрисы с бизнесменом Дмитрием Стрюковым. Роман звезд развивался стремительно, хотя на тот момент они оба были не свободны. Вскоре в их семье родилась дочь Анна, а затем сын Майк. 3 года семья прожила в США, хотя Заворотнюк периодически летала в Москву по работе. Окончательно этот брак разбил роман с Сергеем Жигуновым.